16:47 поступило сообщение о загорании на Московской 24 двухэтажного здания. В здании происходит реконструкция на втором этаже. Загорание произошло в одной из комнат. Площадь пожара 50 метров квадратных, и пожар перешел в кирпичное помещение. На сегодняшнюю минуту пожар локализован. И здание, люди все эвакуированы, пострадавшие, погибшие людей нет. Причины пожара сейчас будем уточнять. Семь людей, кто производит ремонт здания. Вы сказали, что доложили о ситуации. Да, я доложил о ситуации заместителю председателя правительства Саратовской области Бурейна Александру Григорьевичу. Сейчас он прибудет на место. Ну, естественно, в последующем докладе губернатора.